2022 год, 3 марта. Ребенок с диагнозом псевдогипертрофической формы Дюшеня, миопатия. Миопатия, псевдогипертрофик форма Дюшень шакля, тест прогрессированного шакля, быстропрогрессирующая форма. 10 дней лечились, он давалланды. Давайте узнаем от него, какие у него эффекты есть. Есть ли эффект или нет? Кебёка. Какие у тебя эффекты? Сядь, скажи. Есть у тебя эффект или нет? Файдасы болеаптым, болеаптым. Что у тебя хорошо, плохо, что случилось стало? Расскажи. Хуже или лучше? Лучше. Чего? Лучше. Лучше, да? Лучше. А в чем лучше? Скажи. Яхши мы, я мама додим, яхши деду. Немаси яхши. В чем лучше? Что я могу ходить. Как что сказал? Что я могу ходить. А, ты можешь ходить, да? Я могу ходить, так говорю. Да. Так правильно. И еще ты сказал, что меньше или вообще не падаешь. Нет. Так? Меньше. Падаешь или не падаешь? Не падаю. Падаешь? Не падаешь. Нет. Так? Ехали я в сам, ехал моя падает. Ну, озгина эффект сездим, чуть-чуть эффект почувствовал. Чуть-чуть. Как сколько? Вот покажи руками, сколько? Сколько эффект почувствовал? Чуть-чуть эффект почувствовал. Да вот столько. Холода курсат я, тканча эффект сездим. Аллах спасный. Они первый раз приходят к нам. Вообще мы лечим миопатию давно. Эффект, конечно, у разных людей по-разному. Ну, посмотрим, вот как у него еще будет наблюдать. Еще домой найду, напишем лечение. Дай Бог вам здоровья. Аллах спас несен тебе.